ты такая красивая. И что? Приехали. Ну, я тогда пойду. Может, ты еще немножко посидишь? Завтра. До завтра. Есть бомба, да? А есть нечто большее, чем бомба? Бомба-убежище. Вот мы сняли бомба-убежище, понимаешь? Я не понимаю, при чем тут Индия? Кстати, а почему Индия? Ну, мы хотели отсылку сделать к миллионеру из трущоб. Я сам тебя сейчас лично в трущобах поселю, ты что? Но... Что ну? Что ты меня нукаешь здесь, нукалка мой индусский? Коль, ну ты патриот? Я патриот. О? Мы все патриоты! Включите гимн! Все, спасибо! Ребята, у нас перекостюм по актрисе. Принято. Извините, а вы можете отодрать? А, в гримцех. Налейте мне еще вина. Свою я грусть хочу допить до дна. Шатает словно на ветру. Тебя еще люблю, люблю, люблю. Сегодня я не буду спать. Поеду петь и буду танцевать. Зеленоглазое мое такси скорее от пропасти висит. Стоп! Коля, ну ты просто монстр, а? Дай я тебя поцелую, а? В караоке я буду петь о любви жестокой, как было нам с тобою одиноко. Мы не боялись свою любовь терять.
Всем спасибо, смена окончена. Слава Богу. Раньше вот брали текст, клали на музыку, а теперь кладут и на текст, и на музыку, и даже на видео. Ну и мы как бы хотели сделать такую классическую историю любви, типа. Я буду петь о любви жестокой, как было нам с тобою одиноко. Мы не боялись свою любовь терять. Чем мы заслужили такие клипы и возможно ли это развидеть?